Представители духовенства, средств массовой информации, общественных организаций вошли в новый состав общественного совета при отделе МВД по городу Кумертау. На первом заседании члены совета ознакомились с теми обязанностями, которые возлагаются на совет. Одна из главных задач – давать оценку деятельности полицейских в городе. Если раньше показателем хорошей работы милиции была раскрываемость, то теперь показатель работы полиции – это оценка общественного совета. Одна из самых главных задач – то, что действительно вы по новому приказу, который будет действовать у нас с 1 января, вы будете реально оценивать. То есть, грубо говоря, мы будем перед вами отчитываться, также мы вас соберем и с теми аналитическими справками, которыми мы закончили 2011 год по тем аналитическим справкам, мы будем перед вами держать ответ. Также члены совета будут проводить мониторинг на территорию городского округа, выяснять мнение населения о работе полиции, участвовать в рейдах. Таким образом, у общественного совета будет складываться общая картина о работе отдела МВД. Вот если мы сообща будем взаимодействовать и проводить вот такие мероприятия, я думаю, что и меньше будут какие-то нарекания со стороны граждан полицейским. Если такие нарекания будут, или же, значит, и общественный совет, значит, поставит нас, мои сотрудники полицейские, в правильное русло, я думаю, что при совместной работе только будет на благо нашего народа, наших граждан, нашего города. Располагаться общественный совет будет не в здании полиции. Местом своего постоянного базирования члены совета избрали нейтральную территорию, помещение музея отдела МВД. Амир Кедрасов, Владимир Прищепа. Новости.